Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. 11 день, 15 тысяч монет, хапаем. Так, команда. Я коплю 50 миллионов, говорит Рейф Ють Ванухайт. Офигеть, сколько ты копишь уже? У него цель 50 миллионов накопить, что ты хочешь? Так, Слизин вступил в команду. Ник 88 вышел из команды. Вступил в команду Кобра Кай. Какой-то Кобра Кай. Так, всем привет. Короче, я тоже со всеми здороваюсь и приступаю потихоньку. Всем привет. Так, 19:40. На моих часах уже половина девятого. Ну, почти половина девятого. Давай заберем сундуки. В плане оф... Какой офлайн, ё-моё, ребят. В плане офлайн. Так, проехать 2000 на ККМ-ке не хочу. Вот, выиграть... Блин, на чудовище. Так, а мне интересно, если у меня режим офлайн, у меня будет вообще доступно или нет? Так, Билл, иди отсюда. Чё-то меня напрёк в последней серии, если честно. Блин, это было у нас уже. Чё-то повторяется. Мусорщик был. Вот не было, ребята, вот со осьминогом на голове еще у нас. Не было. Так, вот сейчас как раз мы и посмотрим. Смотри, вот там офлайн написано. А здесь у меня все чётенько. Посмотри. Так, кстати, я знаешь, что забыл сделать? Йо, это что за... Что за фри... Что это за лаги, ребята? Блин, да мне не нравится вот это вот. Ты же тоже это видишь, да? Да, он меня, конечно, подкинул. Все, вроде бы... Вроде бы, ребята... Нет, все равно немножко подфри... А почему? Почему вот эти вот... Никчемные фрезы появляются, ребят? Есть догадки какие-нибудь? Вот у меня нету никаких догадок вообще. Так, новый П. Кто такой новый П? Я бы сказал, ребята, кто такой новый П. Ё-моё. Ну все там, все, ребят, просто... Шмек, смотри, 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 биги. Биги, сосики, ё-моё. Ай, биги. Хлобуда, ты несчастный. Он уже хотел, ребята, вырваться там. Он, как самый умный, поехал по низу и думал, ну сейчас я вырвусь. Но он не подумал, что здесь ребятушки играют от души. И простачков здесь нету. Верно, ребята? Верно. Тем более, когда Рейчик за рулем тут вообще. А когда еще и водила такой с венчиком в руках, так это вообще топчик. Не знаю, зачем я это сделал. Ладно, фиг с ним. Будем надеяться, что так будет даже лучше. Не то, что надеемся, а так и получилось себе-то. Кальмара головый у нас все-таки вырвался вперед. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Сундучок. Вот. Вот. Это, видимо, ребят, как-то временный глюк был. Какой-то временный глюк. Но вот здесь вот я не знаю. Тишь и благодать у нас в эфире. Так, а что у нас получается? Сегодня будем брать 20 тысяч кубков, получается. Какое сегодня число? 10, да? Завтра 11, завтра я на прием. Это если только 20 тысяч кубков мы возьмем. Ну, не знаю. Так. Спортивное говно там едет, я смотрю. Куда-то. А это всегда так, ребята. Это на постоянку, блин. На постой мы с тобой падаем в эту лужу дурацкую. Я не знаю, как мотоциклист мог проехать. У него крылья там есть только или что? Ну да, ребят, только из-за крыльев. Я помню прекрасно, что я тоже когда-то тут гонял на крыльях любви. Скажем так. Но потом я эти крылья убрал к чертовой бабушке и стал вот ездить так.
Я поставил себе колеса. Я поставил себе ускоритель. Ну и в принципе, ребят, неплохо. А еще раньше мы брали с тобой что? У нас был... А, монетный ускоритель, да? И магнит, по-моему, я брал. Или я уже просто завираюсь, как в руше. Опа! Вот ты заметил, да? Что суперкар, когда он встал на горочку, он не начал, ребят, там притормаживать. Он проехал, как будто там ничего и не было. Просто взял, упал и поехал. Значит, это у меня машина такая непутевая. Непутевый настрой у меня на машине. Так, смотри-ка, тут два супердизеля. Два супердизеля. Так, давай, вылази из этой ямы. Так, мы будем лететь или нет? Да, мы полетели. Причем залетели без крыльев. А раньше... Так, мумия там. Блин! Вот это сейчас что было, блин? Все, короче, трындец, ребят. С какого нафиг перепуга, блин, меня на этом как его подняло? Скажи, я скажу. На фонтане, на этом дебильном, блин. Я вообще не собирался никуда. Так, они еще, ты посмотри, на чем они едут, эти-то два дуста-то. Правильно. Так, я сейчас попробую заехать. Так, я сюда. И поехали. Как он пере... Ты, Митони, блин. Мельдоний, Кульвоний. Так, хорош. Во-во-во-во-во, смотри. Ребята, вот это вот чит. Объясни, как он, этот говнарь, пролетел, извини меня. Вот я бы просто посмотреть бы хотел. Как он там полетел? Привет, Рэй, Джек. Джекушка проснулся. Джек, здоров. Здоров, Джек. Так, ребята, у нас зима на носу. Понимаешь, зима на носу, и я, знаешь, что я хочу попробовать? Покататься на зиме. На зиме я хочу покататься. Можешь вертушку взять, ребят? Что скажете, если я возьму вертушку в зиму? Наверное, дурацкий будет вариант, но я хочу попробовать. Блин, я опять искусственный интеллект не... Я же хотел его в ноль, ребята, переключить. В ноль. Ты будешь что-нибудь заезжать-то или нет, а? Или мы этому Рави хоть хотим проиграть? Я лично не хочу никакому Рави проиграть сегодня. Ну... Нормально, в принципе, едет. Началось, короче, вот этот вот выпендрёжи эти. Ладно, пока нормально. Блин, ну вот так вот мне, ребята, опасно как-то ехать, блин, вниз головой. Что значит лоффуил? Какой лоффуил? Давай доедем, попытаемся, ну. Есть. Нормально. Я успел, ребята, взять. Слушай, давай ты перевернешься. Мне не нравится, как... Идиот. Просто, ребята, идиот. Да какое там, блин. Я так и думал. Я вот еще думал, блин, сейчас думаю, проеду чуть-чуть и встану, ну, перевернусь. Нет, дотянулся до последнего. Так что, друзья мои, ничего подобного. На вертушке можно разбиться. Причем, как ты видишь, довольно легко. Ну что тут еще лезет у нас? Опять этот раллин, суперкар лезет. Куда его не просят. Пошел вон. Лезет он. Ты посмотри, а. Интересно, он поверху поехал? Мне кажется, он поехал поверху.
Да и пускай он там все катается спокойно, а я вот здесь вот поеду. Мне здесь спокойно. Тихо, тихо. Крыша отлетела. А что, тут одна гонка? Ну да, по ходу дела здесь, ребята, с одной гонкой у нас. Ну и хорошо. Ну и отлично. Да, взял первое место. Жить. Так, что у нас там? Джек Ролик Сима, да, да. Ну как Ролик Сима, я гоняю, а ролик сам снимается. Он сам по себе. Я на самом деле сам по себе, он сам по себе. Джонас. Джонас докатался, друзья мои, да, да. Он захотел. Ауч. И вертушка тоже, я смотрю, не попала, да? Да ты будешь ехать, этот засранец, блин. Как ты меня вымораживаешь, а? Своими вот этими вот... Своими вот этими вот беспонтовыми выкрутасами, блин. Чуть было это и не проиграли. Ты видел, там вертушка подкрадывалась сзади уже. Джонас, давай, врезайся-то во что-нибудь побыстрее. Он, смотри, ребята, он едет без крыши. Он отчаянный малый. Этот малый просто, ребята, отчаянный. Он второй раз загремел. Это кому и надо, чепушил несчастный. Ну что же, а мы с тобой заняли все как полагается. Все по первому сорту. Так, давай. Опять он? Че у него за... А, у него... Понял. Врежься. А че ж ты не врезался-то, дуст? А? Врезался бы разочек-то, че уж там. Че ты скромничаешь-то, не пойму. Ну, ты смотри-ка, доехал. Доехал еще как-то, умудрился. Так, ну ладно. А что ты хотел? Так, это моя шахта. Поехали. Это моя... На самом деле это нифига не моя шахта, ребята. Если бы была моя шахта, я бы сделал бы здесь для себя бы нормально все. Какой-нибудь коротенький путь. А для врагов, для своих, ох, я бы здесь бы... Ой, я шапку потерял. Я бы здесь такие коварные бы планы сделал бы. Но шахта-то не моя. Хоть и называется «Моя шахта». Оп-оп-оп-оп, ты видел? Ты видел? Ребята, как он проехался по потолочку-то, а? Ты посмотри. Фига он псих. Он там искусственный интеллект себе, что ли, прокачал по полной. У-у-у, дуст. Он так начал хорошо, ребята, и так обосрался. Ё-моё. Вафел одним словом. Ладно, гоняем дальше. Так, ну что. Бамснут, понятно. Вот это я понимаю, ребята, вот это вот. Как набрали с тобой скоростушки, так и не спускай, как говорится, кнопку газа. Мы влупили до отказа. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Зимние шины, ускоритель, фляг, и все, да? И все. Так, ну что, ребят, впереди у нас впереди у нас. Иди! Правильно, правильно, что он сбросил скорость. Нормально, ребята, я за счет... Так, я здесь тоже сброшу. Думает, умный, что ли, самый? Да, конечно. Бэби дрищ называется, ребята, бэби дрищ. Еще, как говорится, кишка тонка, блин, она уже лезет. Блин, почему, ребята, у меня машина... А что ты? Вот, правильно врезался, отлично. Так тебе и надо. Я же говорю, бэби дрищ. Так, вот здесь вот аккуратненько. Опа. Изи.
Так, ну что, если я третью гонку тоже выигрываю первым местом, ребят, то все будет the best from west. Если же нет, будут небольшие проблемы. Небольшие проблемы. Главное вот здесь вот не сдурковать. Ай-яй-яй-яй-яй, горючку-то мог бы поднять, конечно, Рей. Ну что ты? Фиг с ним, с этой горючкой. Вот, все. Это, ребята, уже 100% первое место. Ну, три первых места. Даже если мы на последней гонке с тобой сфейлимся, вдруг такое получится, такое может получиться, ребят. Ну, вот здесь вот я, конечно, да, лопушка-то. Турция куда лезет? Ё-моё, что-то моя машина в раскоряку, ребят, пошла. Слушай-ка, нет. Вообще, четыре первых места. Всех урыл, всех ушатал. Так, можно мне получить второго лидера? Боюсь, что нет. У нас есть. У нас есть уже много лидеров. Так что ты уж извини. Лидеров у нас много. И я смотрю, там нет такой, знаешь, нехватки в том, чтобы запускать те же самые, например, гонки или еще что-нибудь в этом роде. Ты посмотри, а? Ты посмотри. Ладно. Как вот этот вот суперкар? Извините уж меня, ребят, ну как он мог вот на этих гонках тут прям, знаешь, там лепетать вот это все? Как? Вот объясни мне, вот я не понимаю, например. Ну ладно, еще байк. Да и то, блин, я не знаю, как на нем вообще можно ездить. Я, например, не могу, ребят. Вы видели мои эти пробные заезды на этом байке. Это просто смех. Это просто смех. Так, ну что, я так понимаю, ребят, у меня в данный момент только лишь на второе место тяну. Опять же, это только при нынешнем раскладе. Как все там дальше сложится, не знаю. Ну, в плане. Это что вот сейчас было, блин? Пипец. Да, второе место, ребят. Второе же? А, первое, первое. Ну, ладно. Ну, не грусти, Джек, все будет хорошо. Он тебе не нужен, тот лидер, поверь мне. Главное, не расстраивайся. Все будет хорошо. Как говорится, нет лидера, нет проблем. Я тебе серьезно говорю. Так, ну смотри, вот тут вот. Отлично едем. Опа. Все. Коралловая баталия. Коралловая баталия. Ать! Ты видел? Ёк-макарёк. Ну ладно. Слушай, это что у нас тут? Да слушай, я идеально, я просто идеал. Хм, вообще топа. Топа. Ребят, топово прошел. Тут у нас еще и фуры. Фуры, друзья мои, есть. Ой, подводная лодка, лодка. Оу, я ее и проскочил. Ты видел, как я сделал? Вот так еще я давно не ездил. Блин, мне вот сзади, ребята, вот на заднем фоне. А что? И чего? Я в шоке, друзья мои. Из-за того колеса, которое у меня застряло наверху. Ну ты сам видел, что получилось. Ты хуже не придумаешь. А кстати, ты осложнений нету? Да я не знаю.
Вроде, вроде нету, вроде есть. Ну, таких очень опасных осложнений нету. А вот то, что кашель постоянно, вот это вот, как бы комок в горло подпирает, это да, есть. Почему мне постоянно приходится вот это вот делать, вот это вот бесевое. Потому что я не могу как бы откашляться. Пока, короче, я тут с тобой комочки эти в горле считал, меня тут ребята уже наказывают. Первого-то лидера я уже вряд ли, конечно, смогу догнать. Так-то фура тут еще лезет. А кто там первый? А, первым был лихач. Хорошо, давай посмотрим, как лихач у нас на второй гонке сможет разрулить ситуацию. Я знаю, что там летает, как бабочка. Это я все знаю. Так, пускай там... А, он же наверх залетит спокойно, нет? Фура залетела, прикинь? Фура залетела спокойно себе наверх. Ё-моё. Это не фура, ребят, это джип. Ну, этот супердизель. Ёк-макарёк. Так, ага, сельский кубок у нас. Владос. Владос. Так, посмотрим. Что, все раллийные авто только, да, ребят? Все на раллийках едут, шпарят. Все шпарят на раллийных автошках. Е. Yeah. Взял. Взял все-таки первое место. Так, подожди, а у нас, по-моему, там что-то есть на прокачку, или я что-то путаю? По-моему, колеса у нас есть на прокачку для раллийного авто. Могу, конечно, ошибиться. Уйди! Нечистый. Уже подпирал, ребята. Просто подпирает там сзади. Но благо... Благо все-таки я ушуршал. Так... Опа, вот здесь вот можно было бы влипнуть, но, видишь, все хорошо получилось. Так, 9 баллов. А это сидит такой чешстреп. О, как так получилось? Да вот так вот. Ну-ка, 5 деталей. Это у нас форсаж выпадает на формулу. Ребята, кубок аллигаторов, давайте попробуем что-нибудь. Ну, блин, кубок аллигаторов, это же где крокодилы, да? Это же где крокодилы эти вот недоразвитые, которые любят меня выкидывать, выплевывать. И опять я не подкрутил этот, как вот скажи мне, я скажу. Я постоянно забываю его подкрутить. Искусственный интеллект, конечно, ребят, кого еще можно здесь подкручивать? Искусственный интеллект. Слушай, ну так замечательно. Замечательно он подлетел. Кусачий болото. Вот, по-моему, кусачий болото. По-моему, здесь это шантропа будет. Или не здесь? Не, по-моему, здесь. Или не здесь? Я уже не помню, если честно. Так, стоп. Да куда ты? Ой, Рэй, ой, тупорылый. Ну что, блин? Фу. Ты видел, как баги там застряла? И крокодил ее там зажал. Она ни туда, ни сюда не могла двинуться. Да-да, вот это вот. Та самая баги. Ее, короче... Так, стоп. Воу, а ты-то куда, хлыщеныш, лезешь-то? А что, такая вертушка такая тяжелая, что просто с полточка раздавливает фургоны? Ни за что бы не подумал бы. Так, кубок езды по ухабам. Ну давай, баги, выходи. Посмотрим. Ты же у нас вроде как любитель по ухабам.
Так, ну танк тоже, в принципе, ребят, по ухабам-то, будь здоров, шпарит. Но не настолько хорош. Есть. Так. Давай дальше. Ой-о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 й. Ребят, это было непростительно сейчас. Фух. Он там что-то споткнулся где-то обо что-то и... В общем, неудачно все пошло. Но, слава богу, выровнялись. Слава богу, выровнялись. Слушай, ХКР, да, действительно, ребят? Это мелкая, вшивая ХКР-ка лезет. Причем без крыши. А этот крышу взял. Без слышь-то. Танк с крышей. Это какой-то жесть какая-то. Так, что у нас там? Слушай, давай-ка я попробую, знаешь, на чем прокатиться. Вот. Вот на чем я не катался. Блин, он у меня не прокачанный. Ой, друзья мои, он у меня вообще не прокачанный. Все поняли, да? Ой, ты сюда-то заедешь хоть? Давай, ковбой, блин. Поехали. Ой, все, что можно, растеряли. Ну, ну. Да. Это, конечно... Ой, сейчас голову свернешь, да? В миллиметре, ребята, от потолка. Ну, тут, короче, всем уже понятно, что... Какая тут может быть победа? Ну, я до последнего борюсь. Слушай, а если вот этот вот мотоцикл прокачать? Ну, мне кажется, он будет, конечно, хуже, чем... чем тот супербайк. Ну вот, Чепушила же тоже едет. Или он на другом немножко едет? Натка это 2023. Вот буквально чуть-чуть, ребята, прокачать. И я бы их всех догнал бы. А так ты видишь, не очень удачно, конечно, проехал. Но, слава богу, проехал вообще хоть. Откатываемся назад. Первый снег. Ну, мне захотелось просто, ребят, на чем-то другом прокатиться. Поэтому я и взял. Поэтому я и взял мотоцикл. Наверное, не самый лучший был вариант, но все-таки... Можно было бы, конечно, взять супердизель наш родной. Тоже было бы неплохо. Сен-Дани. Так, скользкий склон. Ну, я думаю, скользкий склон-то тоже мне как бы будет по плечу. Не? Давай. Юху! Шмультель-мультель. Давай. Есть. Красиво. Приехали. Все как полагается. Все у нас получилось. Ну и последняя заключительная гонка. На зимней, как говорится, трассе. Опа. Заехал. Вот это зря заехал, ребят, потому что это ровным счетом мне ничего не дало. Опа, чувачки вниз. Точнее, наверх, а я вниз. Видишь как? Все у нас замечательно. Так, это я возвращаюсь только на свою старую позицию. И столичный кубок. Столичный кубок. Сейчас, подожди. Во. Угу. Вот тебе его. Ладно. Ну, я думал, что хватит
Чё такое-то? Ну, я вижу, 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 друзья мои, на чем он там едет. Чтоб тебе горючее кончилось, я где-нибудь посредине. Нет, не кончилось у этого гниды, не кончилось ничего. Поехали. Ему даже хватило мощей заехать наверх. А че, ага. Знал, да, значит, все-таки. Что, все, бомж? Докатался? Чепушило с Нижнего Тагила. Второй, блин. Твою налево, ладно. Уже два раза, ребят, второй. Все, у тебя, парень, горючки не хватит. Хе-хей! Не, конечно, он не будет экономить. Я думаю, что он экономить не будет. Потому что он уже доэкономился. Yeah. Вот и все. Вот я, ребята, доказал, кто папа в доме. Поехали. Шахты, конечно же. Где Рэй может передержать кнопку? Только в шахтах. Только в шахтах Рэй передерживает, блин, кнопку, ребят. Идиот. Ну вот это, конечно, ну вот зачем они выставляют... Ты посмотри, как этот лут, а? Он гоняет прям как лут. Козлут несчастный. Соси песос. Вот так вот я тебе скажу. Так очень, знаешь, такой злой. Вот так вот я тебе скажу. Коварный Рейчик. Всех затроллил. У него все гниды, все клопы, все... Кого тут не коснись, все какие-то недоразвитые. Он такой тут хороший, блин. В кавычках. Ай. Да, на самом деле, ребят, это все для... для приколюхи. Я же не считаю... Я не могу его считать, какой на самом деле, если я его даже и не знаю. А то, что я иногда выкрикиваю какие-то слова ругательные, ну, это, как бы тебе сказать, немножко, то есть, ну, как бы расслабляю себя, можно так это назвать. Типа расслабляю. Мне почему-то так проще. Когда я на кого-то зло свое скидываю, оно как-то легче. Оно легче, понимаешь, легче идет. Это как прежде, чем стопочку водки выпить, так, фух, и... Употребил, здесь тоже так, легче. Обругал какого-то дядьку на машине, все, тебе сразу легче становится. Так, тихо. Ну что, ну... Формула-то ты видел? Это же формула, или что это? Не увидел, ребята, формула, или что там за машина была? Или это был суперкар? Он долетался, идиот, кусок. Так ему и надо. Ну а я-то еще хуже сейчас еду. Тьфу! Дуст. Если ты дуст, то это надолго. Что-то тут у чуваков детали ожили сами по себе. Двигаются там. Третий. Вот сейчас вот, извините меня, я не понял. Мы ехали все на этих, как сказать, на своих супермашинах. И почему? Ну, понятно, здесь фиг здесь. И они в меня обогнали. Так вообще, как будто я на какой-то левой машине вообще ехал. Понимаешь, о чем я? Здесь у меня из-за колес, ребята, я преимущество взял по колесам. Первое место, что замечательно. Так, еще гонка, и будет у нас, по ходу дела, босс. В последнее время я редко, ребята, прохожу боссов с первой попытки. Просто я неудачные попытки не включаю. Я их вырезаю. Че?
Они там что, все что ли на этих, на нитрачах шпарят, а? Я просто самый отставший ехал, прикинь. Просто самый отставший из всех. То, что этот с крыльями, это как бы меня вообще не интересует. П-фанк там этот. Ну как вот тот чепушило. Что, у него горючка кончилась, что ли? Нет, вон он сзади ехал. Как ни странно. Ну, первое место. Все, ребят. Опять папа главный в доме, это я. Ну что, босс? Так, вначале деньги, понятно. Так, приступайте к развлечениям. Блин, вот, ребята, вот смеки на развлечениях как раз драться, это жестко. У него тоже ускорение, да? Еще фризы какие-то начинаются, ну. Понятно, короче, первую гонку я профукал. Давай посмотрим, что у нас получится здесь. Вот гаденыш аккуратничает еще, ты посмотри, а. Давай, Рей, ну. Есть. Фух. Так, ребята, и последняя, заключительная гоночка здесь. Да ты посмотри, он даже на старте, ребята, уже шпарит первым. Вот и катись колбаской, утырок. Есть, друзья мои, шанс у меня есть. Фух, нормально. А первого босса, ребята, я не смог пройти. Я перевернулся во время езды, поэтому вот так вот получилось. Ну что же, 20 тысяч кубков у меня в кармане. Так, что там такое? Что-то мне показалось, что что-то вроде кто-то писал чего. Так, гонка. Гонка. Давай возьмем, наверное, вот так вот. Поехали. Вот бесхребетный, а. Он еще специально здесь притормозил, чтобы взять горючее и успеть. Понимаешь? Вот так вот. Теперь возьмем багги. Ну, кто-то там, ребята. Пипец-то, конечно, да, Рэй. Ну какая, блин, ну ККМ-ка, ну ё-моё, ну как, это же ККМ-ка, понимаешь, да, кусок летающего парафина, блин. Как она там заехала, ты... Ну я не знаю, ребят. Как-то идиотская ККМ-ка могла тут спокойненько, просто спокойненько выиграть. Давай, заезжай, заезжай уже, не дуркуй. Я в шоке. Нет, ребят, ну если прокачать, например, на любой машине, да, все, по самой последней, я не знаю, там, я не знаю, какой тут последний уровень прокачки, то почему бы не выигрывать? Конечно, выиграешь.
Я даже ее не вижу. Где она там, блин, находится, эта ККМ-ка? Точнее, не, даже не то, что ККМ-ка. Где этот... Где этот финиш? Че за... Не, серьезно, а где финиш-то? Как-то трасса-то длиннющая, вот он. А он здесь стоит, прикинь, он здесь стоит. И пофиг ему на все. Давай ККМ-ку теперь юзать. Ты серьезно? Твою налево, а. Блин, мне же говорили, что здесь надо брать этот. Как это? Скажи, я скажу. По воде, который шпарит. Буран, конечно же. Конечно же, буран, ребят. А не на вот этой вот дрындошлепке ехать. Под водой, блин. И, кстати, заметь, здесь нет горючего, ребята. Я думал, что мне тогда показалось, или я пропустил. Нету здесь горючки. Вот тебе весь расклад до копеечки. А горючка-то кончается. А горючка-то кончается. Вот и все, вот. Вот и поплавали. Вот и покатались. Это я уже специально, ребят. Та... Ой. Не надо. Я уверен, что я хочу выйти. 93-е место. Так, и... Ух ты. Ну, давай. Тихо-т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 ихо, роднули. Как оно рвет, а? Почти, ребята, баги обогнал. Не почти, а уже обогнал. Ау! Да как? На лед стоило только выйти. Все, ребят, машина начала колесить. Да, как-то так. А что у нас тут такое, а? Ага. Ага. Ой, нафиг я взял. Нафиг я взял это-то. А, тут надо было... Тут надо было дальше всех прыгнуть, что ли? Ну-ка, в гараж. Вот такую вот модификацию, например. Ой. Ладно, поехали. Вот так вот. Мне кажется, тут можно было бы, конечно, еще и получше как-то прокатиться. А, точно, ребята. Мы можем взять... Слушай, если я сейчас возьму в гараже и поставлю... Вот так вот. Фига там, как-то, как вот там-то. А, ну там, наверное, эти. На турбинах-то на своих вшивых, на этих, понял, да? Ты видел автобус там, который назад отъехал? Ты думаешь, он просто так отъехал? Нет. Это автобус для того, назад отъехал, чтобы почитерить. Вот как он. А, ну вон, видишь? Вот, луноход. Вот об этом я и говорил. Дай-ка я... А у меня есть?
Ну чего? 78 место, 3 очка всего лишь. Ты видишь вот автобус, ребята? Они же не просто так берут эти автобусы и ездят на них. Ну-ка, дай-ка мне автобус. Блин, у меня автобус не прокачан. Видишь, и вот это вот управление в воздухе тоже не просто так здесь дано. А вот он на этих штуках и летает. Поверишь мне. Да-да. Монетный ускоритель здесь не нужен. Здесь нужна вот эта вот штука, скорее всего. Потом вот это и вот это. Ну, давай просто посмотрим. Так, а как у нас... лететь на две кнопки нажимать, да, надо? Что-то как-то жидко. Ладно, давай посмотрим. Луноход вообще, он как-то туда умудрился улететь. Сейчас попробуем вообще как-то идеальненько. Ну, почти дальше всех. 31 место. Есть разница, ребята? Сейчас посмотрим. То есть я понял, здесь нельзя прикасаться, да? То есть, если ты прикасаешься, то все. Я понял. Это-то как ханыга мелкий, вшивый, ты сюда добрался, скажи ко мне на милость. Ну давай, 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 блин. Чё ты мне показываешь там? Ну, ребят, 6 баллов. 6 этих звездочек получил. Поехали. Шут с ними. Поеду, попробуем сейчас до идеального, так сказать. Вот, новый рекорд 117.86. А чё я опять-то один? Вообще. Не, ну тут, наверное, нужна уже, наверное, скорее всего, ребят. Где она? Вот эта вот машина. Вот эта вот машина. Блин. Короче, сделаем так. 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 Ну, как-то таким вот образом. Давай попробуем. А чё у меня машину-то сикость-накость-то повернула, я не пойму. Я не понимаю, почему у меня машина приземляется, я же жму на кнопку. Я не пойму этого. Так, подожди, дай их в гараж, я возьму вместо вот этого вот так вот. Попробуем.
Ай! Нет, Авил не пойдет, я еще хочу. Блин, тут уже другая немножко. Не пойму я, как вот. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот, ребята, приземлился. Нормально. Так, посмотрим дальше. Здесь надо облететь. Да ем! Слишком большую скорость взял, ребят. Да я просто, блин, слишком много, слишком мало, бесит. Опять перебор, блин. Не, нормально. Нормально. Но я не могу понять, почему, друзья, я не это. Я же нажимаю, или там нужно... Блин, время уже закончилось. Какое место? У меня было 36. Блин, 38, опять 4. Не, в тот раз 6 было, сейчас 4. 10. Угу. Да, можно было бы, конечно, позалипать здесь, позарабатывать костюм этот космонавта. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.